Общая проблема, которая меня занимает, это развлечение произведения и текста применительно к изобразительному искусству, к тексту, так сказать, изобразительного искусства. Предмет конкретно – это некая попытка развлечения поверхностного и глубинного уровня в произведениях изобразительного искусства. Дело в том, что в процессе постижения смысла, в процессе перехода от явной семантики сюжета произведения, открытого идеологического сообщения, которое в этом сюжете содержится и так далее, зритель переходит к иконографическим схемам, которые действуют каким-то образом, чем-то напоминают октантные схемы Греймаса, и они переводят, осуществляют переход смысла к глубинным уровням. Возникает сплошной изоморфизм между поверхностными и глубинными структурами посредством вот этих вот иконографических схем. Особенно вот этот изоморфизм обнажается или, так сказать, становится, проблематизируется в переходные эпохи, каковой, в частности, является эпоха пост-авангарда конца 20-х, начала 30-х годов, когда еще хранится память об авангардном эксперименте, но уже на этот авангардный эксперимент накладывается некое эхо символизма, и все это перемешивается с новым идеологическими установками, которые определяют поверхностную семантику. Ну, собственно говоря, вот опыту такого рода прочтения посвящено много примеров, которые я сейчас приведу в режиме такого слайд-шоу, как бы сказать. Есть простые ситуации, например, когда синтагматическая структура отсылает к некой парадигматике. Это в случае, когда мы имеем дело не с сюжетными произведениями, а вот с такого рода, ну, скажем, с меандром. Здесь можно различить, если рассматривать меандр как текст дискретного типа, можно различить отсылку к мифу о Минотавре, к затрудненному пути, к семантике пещеры, материнского лона и так далее, и так далее. Относительно легко здесь эти глубинные смыслы прочитываются. Что касается сюжетной композиции, дело обстоит сложнее. Обычно под глубинными смыслами искусствоведы имеют в виду скрытую символику, коей в классических произведениях очень много. Ну, в частности, вот в Данае, Рембрандта здесь все насыщено скрытой символикой. А под глубинными смыслами я разумею нечто иное, что не входило в намерение автора, а что, так сказать, на уровне порождения смысла в тексте происходит, так сказать. Здесь ситуация в конце 20-х годов разная. Здесь есть намеренная интенция к интертекстуальности, как у Малевича. Есть естественное обращение к определенным иконографическим схемам в силу принадлежности какой-то культурной парадигмы художника, как у Петрова-Воткина обращение к теме Богородицы. Это случай наиболее простой, и он имеет прецеденты вообще в живописи XIX века, в частности, в позднем передвижничестве, видите, Ярошенко и Святое семейство Рубенса, почти полностью идентичные композиции. Здесь сама иконографическая модель, геометрическая схема этой модели отсылает к определенной теме, к проблематике и глубинному смыслу. Но есть более сложные примеры, как, например, это ситуация с Климентом Редько, когда явные намерения автора не входили вот эти глубинные смыслы. Это картина 26-го года, которая современниками воспринималась как прямо-таки описание восстания. В центре Ленин, окруженный его соратниками, тут и Крупская, и Сталин, и Зиновьев, и Каменев, и прочие, вокруг безличная толпа,
толпа восставших, кто тянет пулемет, кто идет там с какими-то транспарантами, демонстранты. Но в целом эта картина производит такое гнетущее, довольно мрачноватое впечатление не только благодаря своему колориту, но и благодаря тому, что в ее основе, культурная память наша воспроизводит, лежит ромб иконографической композиции «Спаса в силах», отсылающей к апокалиптической теме и преображение, разумеется. Вот этот случай менее явный, хотя он тоже объясняется тем, что, как и Петров-Воткин, Редько начинал в качестве иконописца. Но вот случаи менее открытые. Это композиции, связанные с застольем. Ну, если это чисто бытовая тема, как у Пиросмани, тут не возникает никаких особенных сомнений. В так сказать, на рубеже символизма и авангарда возникает вот такая вот инфернальная трактовка пира Павла Филонова, где, как известно, за столом представлены мертвецы. Это имеет прецеденты и в западном искусстве тоже, в раннем экспрессионизме Энцера, «Banquet of the Starved». Между тем, обращает на себя внимание тот факт, что в конце 20-х, начале 30-х годов тема застолья широким потоком хлынула, вот этот мотив иконографический, хлынул в советское искусство. И причем вот принадлежность художников может быть самая разная. Это может быть такой неопримитив, Точилкин, заседание промпартии. Это может быть Алабанов, такой вполне уже, так сказать, как бы новореалистический мастер подготовки кадров на магнитстрое. Мотивировка самая разная. Это может быть и заседание перед октябрем Сурикова. Вот это всегда имеет место некто осуждаемый, так сказать, противопоставленный всем остальным заседающим и те, кто заседают за этим столом. Вот особенно у Адливанкина, Соломона Адливанкина, это явно проявляется, художника, который явно наследовал авангардные принципы. Ликвидируем прорыв, он такой, так сказать, советский вариант экспрессионизма представлен. Эта схема восходит, очевидно, к «Тайной вечере», и некоторые персонажи Адливанкина просто точно композиционно-геометрически эту схему повторяют. Разумеется, здесь нет никакой интенции автора, а проявляется внутренняя память культуры, которая, в свою очередь, посредством иконографической этой схемы, порождает уже глубинные смыслы, отрицающие то идеологическое сообщение, боюсь сказать слово «месседж», присутствие Сергея Иосифовича, который здесь проявляется. Еще более, так сказать, пугающая картина с судом народа Некритина, который восходит, очевидно, к Ветхозаветной Троице. А у Петрова-Воткина в картине «Новоселье», выставленной в Третьяковской галерее, эта тема застолья представлена в левой части композиции, где особенно акцентирована основная тема этой картины, а именно последовательное проведение идеи двойственности былого и настоящего. И вот в данном случае это семья пролетариев, вселившаяся в квартиру каких-то прежних, которые, очевидно, отсюда были выселены. И вот это сочетание слева внизу венского стула и табуретки – это, так сказать, такой маркер вот этого вот двойственности эпохи. Ну, двойственность здесь отсылает и к теме «Мементо мори» и «Ванитас», которая в это время в советской живописи очень сильно распространяется.
опрокинутый бокал и вся эта тема сидящих за столом – это одновременно и предчувствие чего-то ужасного, как в «Тайной вечере», это и идея суета-сует, которая здесь проявляется на глубинном уровне. То, что это именно таков скрытый смысл, поддерживается многими другими иконографическими особенностями этой картины, в частности, зеркалом в центре комнаты, отражающий несуществующий натюрморт. Его нигде нет, это, так сказать, чисто виртуальное представление. А зеркало, как известно, это непременный компонент всякой композиции, связанной с Ванитас. Еще более явные смыслы Ванитас проявляются вот в картине Малагина «На смерть Клары Цеткин». Здесь имеют место все иконографические признаки этого барочного мотива. И часы, и зеркало, и полупустой стакан, и даже газета, но письменный текст, который, вот посмотрите, как, да, к сожалению, у меня нет того слайда, да, который я имела в виду показать, не понимаю, что произошло. Вот это тоже такой советский Ванитас, вспомни о колесах. Еще одна иконографическая схема, которая в это время широко распространяется, это тема двойственности. Много очень парных фигур. Они могут быть, вот слева вы видите Петрова Воткина, справа позднего Малевича. Они могут быть мотивированы, как в данном случае у Богородского снимаются у фотографа, сюжетно мотивированы, а могут быть никак не мотивированы. Например, у Богородского «Беспризорники» или «Молодежь», совершенно непонятно, почему они попарно распределены. Эта парность достигает какого-то необыкновенно статистического плане размера и заставляет думать о том, что это не случайно. Беспризорно играют карты, и два трамвая Мандельштама – это все та же парность, особенно учитывая, что у Мандельштама это связано с обыгрыванием разных других мифологических тем, скажем, света или электричества, как свет, как солярного знака, тема зрения и слепоты и так далее, и так далее. Но вот и в изображении вождей, вообще в теме власти, тема власти все больше начинает доминировать в советской иконографии, и эта парность обнаруживает себя при этом явным образом. Можно представить себе, что это такого рода сакрализация некой власти, который идет вот на мифологическом уровне, если отнести идею близнечного культа и сакрального сдвоенного божества. Иконография Ленина в 1924 году еще не была устоявшейся, Петров Воткин у гроба Ленина, и поэтому, так сказать, вот эти тексты наиболее прозрачны, что ли, для глубинных смыслов. Здесь интересно, что сама иконографическая схема диктует определенный разворот вот этой вот мотива власти. Обращает на себя внимание полуторцовая композиция этой схемы. Вообще слева вы видите известную картину Рембрандта «Анатомия доктора Тульпа». Вообще торцового рода композиции, они несут идею аналитичности. Это, так сказать, идея дискретности изображения. У Рембрандта, собственно говоря, непосредственный изоморфизм имеем между темами, тем, что, собственно, изображено, а именно анализ человеческого тела и вот этой вот торцовой композиции. В 20-е годы торцовых композиций, как своеобразного эхо дискретности исторического авангарда 10-х годов, возникает огромное множество. Слева это лабаз, часто бывает движущиеся средства в поперечном разрезе, транспортные средства в поперечном разрезе. Это называется картина «В поезде».
в вагоне метро. А справа это еще одна из аналитических композиций Рембрандта. То есть аналитизм здесь возникает и как своего рода рационализация власти, идеи власти, и как вместе с тем память об историческом авангарде, в котором изображение и слово находились в особо тесной связи, и в этом смысле аналитические торцовые композиции чреваты словом. Вот слева, вот это не аналитическая композиция, которая тоже в это время имеет место. Слева это портрет Хлебникова на смертном одре Петра Митурича, а справа Ганса Гальбейна «Повторение». Митурич практически повторяет и картину «Христос в гробу» Ганса Гальбейна-младшего. Вот эта чреватость словом аналитических композиций заставляет подумать о том, как в это время вообще визуализируется или презентируется речь. Это очень важный такой блок мотивов возникает. Ну, во-первых, масса композиций, описывающих, собственно, рассказ, что отражено в названии, рассказ пограничника. Во-вторых, речь вводится посредством изображения рукописного текста. Ну, как известно, в футуризме тоже много изображений рукописного текста, но там он имеет другую функцию. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Но особенно показательные случаи внедрения текста в изображения, в которых представлена прямая речь. Сам виноват, в комсомол не пустил, или эх, маманя, была бы ты грамотной, помогла бы мне. Понятно, что это все в рамках поэтики Лубка, и в этом смысле воспроизводит вполне традиционную картину такого рода изображения. Но и вот в неопримитиве, который не совсем совпадает с лубочными изображениями, прямая речь тоже имеет место. Например, вступая в колхоз Георгия Рублева 30-го года, этому свидетельство. Еще более характерен запрет на коммуникацию, как бы прямая речь за вычетом, такая апофатическая прямая речь. Но мне интереснее иконографические схемы, лежащие в основе представления человека говорящего, так сказать, homo loquens, которые здесь возникают. Вот у Иона, который обратился к политической тематике в 30-е годы, как известно, он был прекрасным пейзажистом, вот, нечто с ним случилось, вот он, так сказать, гамма померкла, и мотивы полностью изменились. Есть известная картина «Есть такая партия». Как известно, Шкловский, который присутствовал на этом заседании Совета народных депутатов в июле или в июне 17 года, сказал, что слова Ленина «Есть такая партия» прозвучали после того, как министр произнес, так сказать, вполне риторическую фразу, да и есть ли в России такая партия, которая может возглавить страну вот в момент этого хаоса. И вот наступила пауза, молчание, тишина, и в этой тишине Ленин, который представлял очень маленькую партию, как известно, 100 человек, произнес, сидя, не вставая, свои сакраментальные слова, есть такая партия. И он изображает Ленина вставшим с протянутой рукой. Это классический иконографический мотив, и тут рук очень много в это время. Ну, вот это схема от Локуцио, жест императора, произносящего речь. В этом смысле, казалось бы, нет никакого, ничего странного в изображении Ленина таким образом. Это человек говорящий. Но человек говорящий в это время доминирует во всех изображениях.
Это и прекрасные плакаты Клуциса с человеком, говорящим с протянутой правой рукой. Это и Редько с жестикулирующим Лениным в центре. Это может быть и не Ленин, а вообще ударник труда. Это может быть вообще, наконец, не человек, а просто орудие артиллерийское. Но иконографическая тема та же. И вот эта тема сама вытягивает и глубинные смыслы человека говорящего, как некого вождя, который произносит речь перед своим войском. Такого рода иконографические мотивы имеют большую предысторию в истории искусства. Вот это Делакруа «Свобода, ведущая народ». Как известно, эта картина содержит очень много указаний на то, что в сущности это не апофеоз победившего народа, а тема жертвенности здесь. Кто-то уже, какие-то мародеры, здесь кто-то уже убит, здесь вот этот мальчик Гаврош, который будет скоро убит, и так далее, и так далее. То есть общий настрой довольно минорный этой картины. Такая же схема и в «Боярине Морозове», которая, так сказать, иконографической схемой направляет сознание зрителя на то, что речь идет о близящейся катастрофе. Николай Тарабукин, который в 20-е годы разрабатывал теорию взаимосвязи между типом композиции, диагоналями в композиции и глубинной семантикой, установил, что вот есть там восходящие, нисходящие и так далее. Вот это вот нисходящая диагональ влечет за собой всегда в истории искусства, пассивная диагональ, восходящая справа снизу вверх налево, влечет за собой всегда семантику ухода, катастрофы, гибели и так далее. Вот таким образом, в говорящем Ленине проявляется память культуры, которая не только не соответствует лежащему на поверхности идеологическому сообщению, но даже прямо ей противоречит. В заключение покажу две картинки еще Юона. Это тема космического, так сказать, космической катастрофы, планетарные, новые планеты 21 года. Она одновременно радостное рождение и гибельное начало, которое вся построена на идее диагоналей. Вот именно этот переход от пейзажного этапа в творчестве Юона к, собственно, политическому демонстрирует этот вот переходный этап новой планеты и других такого рода космические, есть у него некоторые такие еще другие темы, они в какой-то степени выступают таким автокомментарием к глубинной семантике катастрофы и близящегося хаоса. Вот. Собственно говоря, это все. Спасибо. Пожалуйста, прямое отождествление текст изображения в принципе здесь оказывается невозможным. Да, то есть вспоминается Пастернаковская, гонясь за высказанным вслед, он гнул свое пиджак топыри и пяля передки штиблет, простите за эту цитату. Значит, вот изобразить такое в принципе невозможно на картине. Да, моя идея состояла в том, что нужно различать произведение и текст, что текст имеет много уровней, произведение отсылает к этому тексту. И в этом смысле произведение не может изобразить, но текст может такими глубинными уровнями. Ну, меня-то интересовали вот эти вот ситуации явного противоречия между явного несоответствия между лежащей на поверхности семантикой и чем-то глубинным.
вот в глубинах я ничего оптимистического особенно не обнаруживала. А на поверхности все очень оптимистично. Но поскольку все эти уровни находятся между собой в изоморфном отношении, то, может быть, вектор направлен в другую сторону, именно от памяти культуры к, так сказать, к поверхностной семантике. Поэтому это зависит от точки зрения зрителя.